Добрый день, уважаемые зрители. Рад приветствовать вас на канале Сова Умаш. Продолжаем отвечать на ваши вопросы. Добрый день. Как видите ПКТБ Сова Умаш через 5 лет? Как оцениваете ситуацию с разработкой электродвигателей в России и в будущем? Как видите? Сейчас вот эта машинка времени где-то закопалась. Сейчас летаю, подождите, 5 минут. Туда на 5 лет вперед. Хороший вопрос, конечно. Понимаете. Мы можем планировать. Я могу говорить о том, что запланировано через 5 лет. Мы запланировали, что мы должны будем уже выплачивать достойные дивиденды всем участникам проекта. Это запланировано. Что мы уже Сова Умаш должны будем прокачать, ну, хотя бы на 60% проектной мощности. И так далее. Потому что там же стоят вопросы не только в строительстве, но и в подготовке кадров, в наработке компетенции. И так далее. Много вопросов. Вот, а как она сложится, видение? Ну, у меня прогнозы насчет того, что сейчас происходит в мире. Ну, не лучше, скажем так, в отношении развития экономических отношений, потому что сейчас очень много проблем, вызванных не только ковидом, но еще с тем, что меняется технологический уклад и меняется распределение сил в мире. Что-то приходит в упадок, что-то выходит на первый план. Идут достаточно сложные процессы, но одно могу сказать, что альтернативы асинхронным машинам на сегодняшний день нет. И если мы хотим, чтобы продукция в стране выпускалась с достойной себестоимостью, для того, чтобы мы могли достойно выступать на международной арене и быть конкурентоспособными, необходимо снижать энергозатраты на единицу произведенного продукта. А с учетом того, что в производстве практически всех видов продукции участвуют электрические машины, необходимо снижать их энергопотребление, повышать эффективность. Поэтому никуда не денешься, и энергоэффективные двигатели будут востребованы. И если, допустим, хватит ума у детей гнезда Чубайсова, Гайдарова и Сарасят, ну, когда их отсюда пнут под задницу, и полетят они в свои жаркие страны, жалкие страны, вот тогда, я надеюсь, на место придут думающие люди, которым не безразлична судьба их детей и судьба страны. И там будут приняты меры, аналогичные тем мерам, которые приняты в отношении автомобильной промышленности, когда сказали евро, 3 евро, 4 евро, 5 со сроком службы, столько и так далее. Ну, допустим, как электромобили победить? Да не пускать в маршрут, в центр Москвы. Автомобили сдаваясь. Что будет? А там будет, Газпром, хорошо. Хрен Ом, там, Сбербанк, Сберг. Да. Свободно будет. Нет, там некоторое время будет свободно, а потом будут стоять одни электромобили. Да. А если на рублевке? Угу. Поэтому это решается элементарно на самом деле, да? И точно так же по двигателям. Запретить вводить в эксплуатацию. Да, и все. Все закончится молниеносно. И заводы понастроят, и денег понайдут. Потому что вот, ну, хотите хохму? Значит, приезжал к нам товарищ один. Говорит, хочу Горыныч купить. Мы говорим, ну, нету Горыныча, партию запустили сейчас. Вот. А это что? Ну, это только горелки. Горелку продайте. Зачем вам горелка? Ну, подождите. Нет, мне сейчас надо горелку продать. Зачем? Ну, вот объясните логику.
Вы где-то работаете? Да, работаете. Что, строительство занимаетесь? Где строите? На Рублевке. И что там, аппарат не могут купить? Да любой могут купить, ну и чего? Ну, понимаете, вот у соседа плазмы варили, а это что, лох, что ли? Да. Логика железная, в принципе. Поэтому у этого энергоэффективного я локти, что ли? Да. Так что перспектива есть. И не то, что есть, а куда денешься? Куда денешься? Это как спросить, а есть ли перспектива у выращивания зерна? Я думаю, однозначно. Кушать хотят все. Спасибо. Хороший вопрос. До новых встреч. До новых встреч.